gathering clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in. Царствование галактического титана длилось вечно, и пока он сидел на этом троне, ничто не могло свергнуть мир и не остановить великую войну в галактике. Но даже у него случаются проблемы. Галактический Титан снова ожил для того, чтобы отправить простого воина-раба небес в мир, с которым не справится даже сам дьявол. Я освобождаю тебя, но лишь на время, чтобы ты выполнил задание и сделал меня снова великим. Как и было вовеки и навсегда. А осмелишься противиться, ты умрешь в страшных муках. Даже смерть будет легкой забавой для тебя. Лети, мой раб, и сделай меня снова величайшим титаном галактики. Так начинается путь нашего воина в старом мире.
я, черт вас дери. Ты пришел не в тот райончик, приятель. Дальше дорога платная. Ты понял? Да как ты смеешь его хватать? Нет, нет, нет! Сейчас я приготовлю тебе мотоцикл. Это лучшее, что у нас есть. Сейчас все будет. Только не стреляй. Кофе или что покрепче. Выбирай скорее, не тормози и накидывайся, и накидывайся. Ты хочешь ударить голограмму? Ой! Профессор таксидермист? Что? Убью, убью, убью. Да, это я. Что же ты такого натворил? Меня хочет убить. Это Юшиказо Амачи. Кто это? Твое творение? Тебе осталось недолго. Или давний фанат. Я скрою из тебя кожаное кресло. Это сумасшедший. Ты так думаешь? Интересная у тебя работа. Франкенштейн твоя фамилия. Это не работа, это искусство. Посмотрим, что там у тебя.
Йошиказу Амачи. Месть. Месть за мою любимую. Активировано. Йошиказу. Рассчитывание возможных движений. Зачем ты явился ко мне? Тему симуляции и предугадывания движений запустил мерзавец. Убью, убью, убью. Черт, он разблокирует военный спутник. Ах ты чертов кусок дерьма шакала. Попробую симулировать вот это. We'll be right back.
Военный спутник снова под контролем. Система стабилизации небоскреба восстановлена.